Всем добрый день. Чемпионат завершен. Поздравляю победителей с победой. Значит, попозже потом покажу, с какими подарками отец вернется на разводню. Надеюсь, что к следующему чемпионату уже наша рыбка нашего разведения, вот такие вот туркисята, повырастают, и я смогу их привести сам. Вот такие красавчики. Значит, маджестика мы не того привезли. Значит, мы хотели привезти вот этого маджестика, так как он самый крупный, и это самец. Если смотреть, какая рыба там выиграла, то хорошо, что мы этого не сделали. Потому что в общей категории он бы не выиграл, а вот в разной категории, может быть, какое-нибудь место призовое занял. И мы его не взяли, потому что вот с этой самочкой он сейчас начал трястись, и даже был один пробный нерест. В общем, мы не стали рисковать. Также выяснили, что нужно брать самую смелую рыбу, которая не боится людей, подходит на стекло. Вот. Также надежда у меня, что рыба вырастет. Вот здесь вот такие рыбки есть тоже нашего разведения. Вот такой тигренок здесь. Вот этого хотел взять, но он такой маленький размер имеет. Это вот леопардик нашего разведения. Еще есть вот такая вот змейка. Надеюсь, тоже она вырастет за 2 года. За 1,5 года. Таких рыбасиков хотелось бы привести, посмотреть, какого размера они будут. Потом хотел привести вот такого мальбора. У него красный глаз. Неплохая форма, но по размеру, конечно же, маленький. Мы выяснили, что если рыба имеет размер меньше 18 сантиметров, то в одной категории она не выиграет. Кстати, со зрачком у рыбы все хорошо, я просто со вспышкой снимаю. Также еще, может быть, вырастут у нас красно-белые дискусы. В этой баночке у нас голубые алмазы сидят. Также вот такого леопардика хотел привести, но, к сожалению, мордочкой он не вышел. Да и самец рабочий, не рисится вот самкой алмазом. Не стали рисковать. А далее в этой банке вот такого хотели привести туркиса лобастого. Ну, не знаю, что тоже не стали брать его. Потом есть еще вот такой самец пиджин нашего разведения, белая змея, у которого гены от пивоварского немножко есть по линии матери. Ну, так как он рабочий, тоже не стали его брать. В общем, на следующий чемпионат надеюсь, что я смогу привезти достойную рыбу в количестве 4-5 штук, чтобы попытаться занять призовое место в разных категориях.